Привет, братцы рыбаки! Придумал я очень простой способ изготовления рыболовных кормушек. Назвал я их пуля. И сейчас я вам покажу, как это очень легко и просто все делается. Такие кормушки прям очень отлично заходят на рыбалке. Что, поехали! Для изготовления одной кормушки потребуется медный провод вот с сечением, допустим, ну вот у меня здесь 1,5 мм, длина 50 сантиметров, свинец, какая-нибудь трубочка небольшого диаметра. Я буду использовать старый маркер, сейчас его разберу. Бумажный скотч, газета, ну, соответственно, плитка, плавит свинец и немного инструмента. Сперва нужно разобрать маркер, потому что мне нужна всего лишь вот эта вот наружная его часть, трубочка. Маркер разобрал, теперь надо будет здесь вот сделать запильчик и немного сполоснуть его, чтобы не замараться чернилами. Вот так вот, очень быстро с помощью надфиля сделал вот такой вот запильчик. В дальнейшем в него будет вставляться вот эта вот медная проволока. Теперь отмеряю от капеля 50 сантиметров длины, откусываю. И затем мне нужно извлечь вот эти вот медные провода из изоляции. Кабель трехжильный, поэтому из него выйдет 3 кормушки. Вот такие кембрики я использую тоже для разных самоделок, поэтому, чтобы ее не попортить, зажал один краешек в тиски и как чулочек снял. Вот это вот и будет материал для 3 кормушек. Немного выравниваю проволоку. Вес и размеры кормушек каждый под себя может подобрать сам, поэтому я лишь покажу способ изготовления. Для начала нужно сделать ушко. Берем круглогубцы. Так вот загнули, эту часть коротенькую вставляем в маркер или в любую другую трубочку с запилом, чтобы она вот сюда вот влезла в этот пазик. Приблизительно выровняли по центру и начинаем завинчивать спираль. Такой длины, я думаю, будет достаточно. Извлекаем. Ну, вот здесь вот можно немного подровнять. Вот что у нас получилось. Дальше мне нужно сделать небольшое сужение и намотать вот этот хвостик на вот эту вот центральную ось. И теперь опять же вот это вот, то что получилось, надо подровнять. Ну, готовый результат. Сейчас сделаю остальные и продолжим дальше. 3 вот таких заготовочки у меня получилось. Как можете убедиться, к низу идет уже все на конус. Здесь будет заливаться свинец. Собираем дальше. Теперь из газеты нужно сделать что-то в виде вороночек. Это и будет сама форма для залития свинца. Берем кусочек газеты, ложим кормушку вот этой вот частью к краю, которая на сужение, и делаем что-то в виде вороночки. Так вот. Накручиваем. И затем с помощью бумажного скотча надо воронку эту зафиксировать. Сперва извлекаем кормушку. Обязательно вот это вот все дело выпрямляем. Еще раз примеряем кормушечку и фиксируем скотчем. Лишнее обрезаем. Вот такой вот кулечек получился. Это и есть будущая форма для заливки свинца. Чтобы свинец снизу не вылился, также можно носик залепить скотчем. Ну и точно так же поступаю с остальными пружинами. Делаю такие же вороночки. Вот, друзья, 3 вот таких вороночки у меня получилось. Теперь вот с помощью какой-нибудь палочки внутренность вот эту вот выравниваем. И как бы вкручивая, одеваем. Все, можно приступать к заливке. Чтобы заливать, буду использовать тисочки. Так вот за краешек прижимаю заготовочку. Сразу же приготовил воду. И аккуратненько заливаем. Когда свинец схватился, берем и отправляем в воду. Также поступаю с остальными. Ну вот и все, кормушки готовы. Осталось их разобрать и немного обработать. Лишнее сейчас откушу
И немного скруглю надфилем или напильником. Такие вот кормушки я назвал пулями из-за их формы. Они очень хорошо идут для дальнего заброса. Из-за вот этой формы они летят действительно как пуля, очень далеко и точно. Вот такие вот кормушечки у меня получились. Делаются они очень просто. Конечно, их можно было бы и покрасить там, придать им внешний вид. Ну, я считаю, это все расходниками. И чем это будет дешевле и быстрее делаться, тем меньше будет на рыбалке жалко, если вдруг вы где-то что-то оборвете или потеряете. А на этом у меня все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Вот эти вот кормушки придумал лично я. Нигде не подсмотрел ни у кого. Это мое, скажем так, ноу-хау. Подписывайтесь на мой канал. Дальше вас ждет еще много интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!